посвящение Шиве, как раз та самая мантра, которая прозвучала на голосе, и это большая честь была исполнять ее для всех нас, потому что Шива — это как раз эта сила, которая дает возможность нам трансцендировать, переходить дальше, выше, трансформироваться. Следующая композиция будет посвящена Кришне и его супруге Шримати Радхарани, композиция Джайрада Мадава. Она великолепно сейчас дополнит это настроение, когда уже мы готовимся к легкому сансету, и уже все умиротворены, уже все наполнены состояниями Джайрада Мадава. Под ваши аплодисменты.